Здравствуйте, вы на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам хочу рассказать о таком плагине, как Advanced Slides в Obsidian. Итак, для чего служит этот плагин? Этот плагин служит для создания презентаций прямо в программе Obsidian, где вы можете создавать разные слайды, просматривать их, делать ссылки на другие ваши записи, если вам нравится такое. Итак, как это сделать? Для начала нужно зайти в настройки, в встроенные плагины, и вы должны скачать этот плагин Advanced Slides. Если вы не знаете, как это делать, у нас уже на канале есть видео, как скачать плагины в Obsidian. Итак, когда вы это сделали, можно зайти в настройки и настроить здесь, как вам нужно, но в принципе мне все подходит, и я ничего не буду делать. Итак, как пользоваться этим плагином? Я создала папку Slides. Не папку, а запись. Это у меня без папки. Итак, чтобы открыть этот плагин, нажимаем вот на эту кнопочку. И у нас как бы второе окошко здесь есть, где будут видны наши слайды. Теперь, допустим, начинаем писать. Напишем такое что-то. Hello. И мы видим, это наш первый слайд. Теперь мы можем, допустим, писать что-то еще на этом слайде. Мы будем это видеть. Как нам перейти на следующий слайд? Мы просто пишем три эти значка. Enter. И мы с вами уже на втором слайде. Здесь можем написать еще что-нибудь, например. Также, чтобы сделать следующий слайд, снова нажимаем три этих пункта. И теперь абсолютно все те функции, которые вы знаете в Obsidian, можно вставить здесь. То есть вставить какой-то список, вставить фотографии, вставить все. Мы показывали это уже в предыдущих видео. Вы все это делаете, и чтобы перейти, сделать следующий слайд, просто делаете вот, вот это. И просто переходите на следующий слайд. Теперь вы можете между вашими слайдами туда-сюда гулять. Просто нажимать на эти кнопочки, они здесь у вас появляются, и смотреть себе. Вот, можно что-то поменять назад, можно это включить как бы в Google, и можно проворачивать себе и смотреть, что у вас здесь есть. Если вам удобна такая функция, так работать, это очень хорошо, можете ее использовать. Спасибо, что посмотрели это видео именно на нашем канале, мы для вас очень стараемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и напишите, какой плагин еще разобрать на нашем канале.